В Анапе на связи в режиме видеоконференции находились вице-губернатор Анатолий Вороновский и глава города-курорта Юрий Поляков. Вопрос, волнующий Светлану Николенко и других станичников, касался газификации улиц Комсомольской, Мира, Восточной и Советской. Здесь работы планируется завершить до конца текущего года. А вот газопровод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2019-го. Губернатор также отметил важные условия – участие муниципалитета в программе «Устойчивое развитие сельских территорий». В настоящее время муниципалитет сформировал пакет документов и подал заявки на газификацию улиц в станицах Анапской и Гастагаевской, а также в хуторе Чекон.